цьому році в Миколаєві вже традиційно відбудеться міжнародний джаз-фестиваль «Джубілі». У 2015 році на джаз-фестивалі гостей дивували не тільки улюблені миколаївські артисти, а також столичні та закордонні гості. Фестиваль відкривали кияни. Колектив виконав органічні мікси, з'єднуючи безліч стилів – від запального фламенко до заспокійливого класичного звучання. В цьому році організатори обіцяють не менш запальну атмосферу. Нас буде вражати зірковий склад учасників із США, Греції та України. Представниця США Ів Корнеліус заявить свою нову програму у супроводі тріо і оркестру. Крім цього, на сцені Миколаївського обласного палацу культури виступить вібрафоніст з Греції Дімітріс Ангелакіс та багато інших артистів. Свято джазу 2016 року обіцяє бути насиченим і яскравим. Всім до зустрічі на фестивалі! Повертаємося до студії, як я обіцяв, стосовно 16-го року, ще які цікавинки готують організатори, дізнаємося прямо зараз від Володимира Олексєєва, керівника Миколаївського джазу. Вітаємо вас. Добре утро, і ще раз привітуємося і привітуємося. Приємно бачити хороших творчих людей Миколаєва у себе в студії. Ви зараз повернулися, я так розумію, тільки з гастролей, да? Де були? Да. Перформанс Big Band буквально 2 дні назад приїхав із Одеси і Кишинева. Ми презентували в цих городах нашу програму «Золотая колекція, часть 2», де були представлені в Інстаграмі лучшие... тільки успіваємо слідити в Фейсбуці. Спасибо. Приємно то, що люди підписані, дивляться, изучають. В принципі, зараз реклама особо не нужна. Люди самі, кому цікаво, що підписуються і самі слідять за тим, что делают любимые люди, любимые музыканты и артисты. А по поводу вот именно ваших гастролей, я вот смотрю, вы из Запорожья, Днепропетровск, Днепр сейчас, да, и Кишинев, и Одесса, Николаев, соответственно, то есть по разным городам. Я так понимаю, что пытаетесь охватить уже всю Украину. Да, очень приятно то, что приглашают с разных городов. И стран. На данный момент, да, ну и да, и ближнего зарубежья пока что. Приятно то, что людям это интересно, приходят, узнают. Еще не всю Украину объездили, но усиленными темпами движемся в этом направлении. А по поводу Кишинева, как удалось уже настроить такие связи? У нас есть друзья, хорошие наши партнеры, которые помогают в этом вопросе. Если бы я занимался там всем, и музыкой, и организацией, ничего бы не получалось. Поэтому хорошо, когда есть помощь, люди, кто хорошая. Занимается организацией, как бы, и очень здорово. Это компания одесских моих друзей, компания Magic Box, они этим занимаются. 1 числа, как раз октября, в 19:00, вы были в Одессе, да, это как раз Международный день музыки был, так символично, так и совпало. Это Одесская филармония, замечательный, один из ярких таких уникальных залов Украины, и приятно то, что мы уже не первый раз в этом зале выступаем, и приятно то, что Одесса – это особенный город, город с... который очень трудно чем-то удивить, и приятно то, что мы уже не первый раз собираем там фактически полные залы, это дорогого стоит отдача от зрителей именно из Одессы. Ну, одесский зритель особенный, но, несмотря на это, вам удается его удивлять, и, будучи в студии наших коллег в Одессе, журналистов, вы говорили о том, что есть очень много еще желаний по поводу сотрудничества с разными артистами. Вот с кем хотелось бы еще посотрудничать? Вот, может, есть какая-то такая вот мега-звезда, и вы так думаете, боже, когда же наступит тот момент, что мы вместе поработаем? Очень хороший вопрос. Да, на сегодняшний день у нас в нашем счету, вот на этом джубиле, будет уже 15-е такое сотрудничество международное. Юбилейное. Да, да, небольшое юбилейчик. Ив Корнелиус станет 15-м артистом, с которым мы сотрудничаем именно в таком вот, как сказать...
межнациональном формате, да, вот. И из таких, конечно, ярких звезд, именно, ну, например, ну, даже не джазовых, а попсовых, конечно, с удовольствием хотелось бы выступить вместе со Стингом, это было бы очень круто. Из джазовых музыкантов я восхищаюсь таким вокалистом, как Кевин Махогани, и очень хочется верить, что в ближайшее время нам удастся с ним также представить программу. Артисты, с которыми вы сотрудничаете, легко идут на контакт? Легко установить такое сотрудничество, дружеские отношения? Да. Я могу сказать, что абсолютное большинство музыкантов, с которыми мы сотрудничали, это из Германии, из США, из Бразилии, из Израиля, абсолютно все с удовольствием общаются. Много очень организационных моментов, подгадать даты, выстроить выступления, чтобы всем было удобно. То есть зачастую эти выступления планируются, ну, фактически почти за год, там, за 9 месяцев, максимум за полгода. Но это очень такое заранее заблаговременное планирование. Вы неоднократно в тех или иных интервью говорили о том, что вы себя считаете, ну, дирижером в первую очередь, организатором, да, но и пианистом. Хоть и не для такой широкой публики, но пианист все-таки. Профессионально, можно сказать так, да? Да, вообще это моя основная, да, основная профессия. Ваша. Да, но вместе с тем умеете играть и на других инструментах. Очень так скромно и чуть-чуть для себя, и никогда на большую сцену я в ближайшее время не планирую. А к чему это веду, что иногда общаясь с вашими как раз студентами, потому что вы как раз и являетесь заведующим кафедрой эстрадного искусства, да, Николаевского государственного высшего музыкального училища, вы для них просто эталон и пример, и это очень приятно, когда преподаватель становится для учеников большим примером. Есть ли практика у студентов, или есть, возможно, у вас такая практика, что приглашали своих студентов для сотрудничества? Ну, так она постоянная. Дело в том, что изначально идея всего вот того, что то, чем мы занимаемся вот уже почти 9 лет, она была в первую очередь основная цель – это развивать джазовую и не только, да, там, ну, массово назовем это музыку там в городе, в своем родном городе, в Николаеве. И на всех наших концертах, то в том же, например, Биг Бенде. Постоянный год идет ротация разных молодых музыкантов, то есть есть определенная часть студентов, которые всегда принимают участие. На одних выступлениях одни, на вторых вторые. Есть живая такая здоровая конкуренция, кто лучше играет, то у того есть возможность выступить с артистами международного уровня. Потом проходит какое-то время, музыканты вырастают, уезжают, поступают там в другие города, кто-то уже едет работать, потом спрашивают, а можно ли там видео с там того-то выступлением, вот мне там для работы попросили, для портфолио, как бы, и это большой стимул, интерес, то есть мне очень приятно то, что за это время, ну я, может быть, не сотня, но как минимум там за 50 уже музыкантов прошло через эту всю школу, эту машину, конечно. Да, и они развиваются каждый в своем направлении, то есть это самое главное. Еще вот такой интересный вопрос к вам будет, потому что в соцсетях, когда отсматриваю фотографии, время от времени в ленте попадается ваш образ в стиле Боба Марли. Джаз любите, но я так понимаю, что регги – это отдушина или как? Или это именно... Образ Боба Марли. На самом деле, это связано с нашей одной из программ Performance Big Band, которая называется «Золотая коллекция джаз-рок-диско». Это вторая часть наших программ. И в том числе одна из композиций, которая звучит в этой программе, это одна из песен, это композиция Боба Марли. Вот. И как-то... Ну, я люблю такую там одежду, я хожу в ней и так иногда в летнее время по городу, и не только. И просто была такая смешная шутка, кстати, ровно почти год назад, 2 октября, впервые решил приколоться и одеть там костюм на сцену. Вот, всем очень понравилось, и да, в конце... Так этот костюм стал сценичным. Да, именно на одну песню я его одеваю. То есть, естественно, что это не выступаем в таком виде, но для образа, для того, чтобы глубже донести вот эту вот атмосферу, регги, никто не слышал, ну, Боб Марли сам не выступал с биг-бендами, но мы сделали такую аранжировку, она очень нравится людям. И вообще вот идея, если говорить о работе биг-бенда,
который, кстати, вот в этом году будет праздновать 5 лет. У нас чуть больше, чем через месяц, будет также концерт, посвященный этому, пятилетию Биг Бенда. Вот, то вот мы стараемся делать разную музыку, не свойственную, скажем, не связанную с джазом, но делать джазовые аранжировки и делать так, чтобы... Показывать, что в музыке все реально. Что абсолютно реально, и то, что джаз – это очень универсальное искусство, и очень приятно, то, что людям это нравится, они не говорят, что вы там испортили, исковеркали песню, наоборот, она звучит свежо, все это воспринимается легко. И это очень здорово. Ну что ж, я предлагаю тогда сделать небольшой анонс, что 7 числа еще раз с ваших уст уже ждет Николаевцев, что можно прийти и увидеть, что можно прийти и увидеть. Смотрите, 7 октября в нашем Николаеве уже 9-й джазовый фестиваль «Джубили 2016». В этом году гостями фестиваля станет замечательная американская вокалистка Ив Корнелиус, звезда мировой джазовой сцены. Вместе с ней со Штатов приедет также барабанщик Джейсон Браун, который так же, как и Ив Корнелиус, будет впервые в Николаеве. А также уже наш хороший друг и знакомый Арка Вруцкий, контрабасист, один из лучших музыкантов Украины, который сейчас в основном живет и работает в США. А дальше нашими гостями также станет уникальный по-своему музыкант. Это Димитрис Ангелакис, это вибрафонист. Вибрафонистов вообще очень немного в мире, и нам приятно то, что в Николаев в рамках своего маленького тура по Украине, а он будет выступать всего лишь в 3 городах, Киев, Николаев и Одесса, вот Дмитрий Сангелаки со своим украинским квартетом приедет в Николаев. Вместе с ним выступит Богдан Гуменюк, саксофонист, а также Александр Емец и Павел Галицкий. Это одни из лучших джазовых музыкантов Украины. Также выступит перформанс Big Band, Татьяна Орлова, Владимир Алексеев, будет много хорошей музыки. И особенным сюрпризом станет для многих то, что Ив Корнелиус выступит, кроме джазового Big Band, еще и со струнным оркестром. Кто это будет, приходите на фестиваль и узнаете. Вот такую оставили тайну. Ну что ж, спасибо большое за сегодняшний визит в студию. Я нагадую еще раз нашим глядачам, что сегодня у нас в гостях керівник Миколаївського джаз-клубу Володимир Алексеев.